танцы, песни и радостный смех. В 800-ке развернулся праздник в честь открытия культурно-выставочного комплекса. Владимирцам он известен как «Галера». На торжественной церемонии собрались сотни горожан. Среди них известные лица и просто отдыхающие. Владимир Чеботаев помнит, какой «Галера» была 30 лет назад. Раньше здесь была постоянная экспозиция из запасников Владимира Суздальского музея. С началом 90-х годов ее закрыли, нечем было платить за отопление, за свет. И в середине 90-х ее продали то ли городу, то ли парку. На торжественную церемонию открытия пришла Татьяна Басманова, вдова известного живописца Владимира Басманова. Она вспоминает, что экспозиции в галерее были популярны для местных жителей и гостей города. Ранее здесь были представлены картины и скульптуры, которых не было в музейном центре палаты. Хороший очень был музей, красивый. Там были и скульптуры, и картины известных очень старинных художников. Они были подлинники. Нам очень нравилось. Мы ходили, даже возмущались, почему ничего не делают, почему пропадает в разрухе стоит здание. Сейчас очень рады тому, что наконец-таки оно оживает вновь. Многие помнят, что в советское время на здании висела вывеска «Картинная галерея». Позже здесь появился ночной клуб «Галера». Название составили из букв предыдущей вывески. Зайдем вовнутрь. Долгое время выставочный центр пустовал. На первом этаже будут организованы мастер-классы, встречи художников и артистов. Пространство для выставок наверху. Десятки лет здание выставочного центра принадлежало городу. В 2021 году галеру безвозмездно передали в пользование Владимира Суздальского музея-заповедника. За полгода был проведен косметический ремонт здания и его фасада. Отремонтированы большое и малое крыльцо, оборудованы туалеты, закуплено оборудование и мебель. На восстановление центра было потрачено около 6 миллионов рублей. Во время реставрации, во время восстановления здания постарались максимально сохранить все как есть. И во внешнем убранстве, и внутри, и те вот замечательные эти детали, лестницы мраморные, значит, вот эти замечательные металлические поручни и так далее. То есть антураж остался такой же, как и был раньше. На торжественном открытии выставочного центра присутствовали первые лица области и города. Среди них глава города Андрей Шохин, в Рио заместителя губернатора Владимир Куимов, заместитель председателя законодательного собрания Роман Кавинов. Площадки Владимира, где какая-то жизнь происходит, они расширяются постоянно. То есть постоянно новые объекты появляются, постоянно география расширяется. То есть это не только исторический центр Владимира, но это вот парк 850-летия. Это какие-то другие пространства. Честно говоря, сам с нетерпением жду, чтобы увидеть, что внутри произошло. После окончания концерта чиновники торжественно перерезали красную ленту. Власти и жители города прошли в музейный центр. Сюрпризом стала выставка «Судьба державы». На экспозиции представлены 29 картин художников студии Грекова. В перспективе будут показаны работы приезжих живописцев. Евгений Павлов, Руслан Павлухин, 6 канал.